Вот это зеленая зона на улице Советская, 46. Хотят вырубить, чтобы поставить мусорные контейнеры. Чтобы из этой зеленой зоны сделать помойку. Олеандры. Десять штук. Реликтовое дерево. Сосны. Все под вырубку. Ради мусорной свалки. Вот так Сочи принимает своих гостей. Кипарисы. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь кипарисов вдоль дороги. Все будут вырубать. Последний снимок этой зеленой зоны. Потом снимем помойку. Рядом 15 метров жилой дом. Окна. Как люди будут жить? Чем дышать?